Ребята, всем привет! Карл Черни – австрийский композитор и пианист чешского происхождения, гениальный методист, знаменитый созданием огромного количества этюдов и упражнений для пианистов, из которых он составлял сборники и школы. Но также он написал множество произведений для разных составов исполнителей и в разных жанрах. О том, как преподавал Карл Черни, я рассказывала в отдельном видео. Сегодня же мы округлим, как же Черни помогает пианистам. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Карл Черни прожил 66 лет. С 15 лет стал популярным педагогом. Среди его воспитанников – выдающиеся исполнители и педагоги. В свою очередь, их потомки сами встали у истоков фортепианных школ. Самые знаменитые ученики Черни – это Ференц Лис и Теодор Клишетицкий. Черни был требовательным. Он требовал от своих учеников прекрасно разбираться в гармонии, уметь транспонировать, в темпе читать с листа, аккомпанировать, импровизировать и даже уметь настраивать свой инструмент. Искусство аккомпанемента он рассматривал не только как превосходную школу, но и как составную часть процесса формирования исполнителя. В познании законов пения на инструменте Черни видел важную составляющую для достижения на фортепиано осмысленной фразировки. Черни не одобрял длительной работы над одним произведением и считал, что пианист обязан владеть не менее чем сотней сочинениями. С одной стороны, Черни ратовал за подчинение моторики художественным целям исполнительства, а с другой стороны, вполне закономерно, что воспитание технических навыков стояло все же для него на первом месте. Не случайно именно совершенствованию техники Черни посвятил значительную часть своей методической школы. Каждый его этюд имеет точную цель. Создавая их, он как раз-таки стремился к ясной постановке технической задачи. Этюды Черни демонстрируют основные фортепианные методические приемы, при том, что принципы организации остаются везде одинаково простыми. Гармонии ясные, как правило, меняются на широких расстояниях. Развитие материала очень логично. Музыкальная форма простая. Этюды легко читаются с листа и даже транспонируются. Занимаясь ими систематически, пианист далее начинает как бы заранее предвосхищать, предчувствовать развитие из-за логичного развертывания самого этюда. Таким образом, этюды Черни – это законченные миниатюры, имеющие обширную техническую информацию для пианиста. Изучая их, вы имеете возможность повысить уровень своего мастерства. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!